Протесты против «Газпрома» и аресты экологов «Гринпис», задержанных российскими пограничниками, сегодня докатились до футбольных полей Западной Европы. Борцы за охрану окружающей среды едва не сорвали матч Европейской футбольной лиги чемпионов. Главным спонсором этого соревнования является российский газовый гигант. В швейцарском Базеле через 5 минут после начала матча местной команды против немецкого клуба «Шальке 04», который также спонсируется «Газпромом», активисты «Гринпис» развернули гигантский баннер с выражением протеста против бурения нефтяных скважин в Арктике российской компании и призывом освободить арестованных в России экологов. Полиция разбиралась в ситуации примерно 5 минут. После этого игра была продолжена и завершилась победой газпромовского «Шальке» с минимальным счетом 1-0.